Наша тема сегодня — тайна о тайных обществах. Вполне очевидно, что никто не хотел бы распространяться об этой тайне. Эта тема, в частности, является настолько серьезной темой, что я предпочел бы ничего не говорить об этом, или очень мало. Но я хочу разрешить, чтобы история и данные говорили о себе. И поэтому я буду сегодня цитировать цитату за цитатой. Дело в том, что сегодня тему буду представлять не я, но исторические документы, которые будут представлены к вашему вниманию. И вы сами примете решение, либо это логично, либо это вообще не соответствует логике. Откровение 17 глава, 4 стих. «И жена облечена была в порфиру и багряницу, и украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее». Во всем мире существует только одна церковь, которая использует символ женщины с чашей. Это Римская церковь. Здесь написано «Цитадель Ватикано» и образ женщины, которая держит золотую чашу в руке своей. Она называется «Фидес». Во всех документах эта женщина названа «Фидес». Что означает это слово? Давайте обратимся к масонскому источнику. Это достоверный масонский источник, написан Альберт Мэки. Руководство для ложи. Маки — это масон 33 градусов. Мы позже объясним, что это означает. Он говорит, «Правая рука во все века была символом благородства. И наши древние братья поклонялись божеству по имени Фидес или Фиделити, которое зачастую представлялось символом соединенных двух правых рук или двух людей, которые пожимают друг другу правую руку. Нума первым воздвиг алтарь Фидес, богине верности, порядочности и честности. Поэтому Фидес означает порядочность, благородство, но это также образ богини-женщины. Откровение 17 глава 5 стих называет это учреждение матью блудниц. «Ибо она говорит в сердце своем, сижу царицею, я не вдова и не увижу горести». Она потеряла некоторых детей во время реформации, но она снова получит их обратно. Пророк Исаия говорит о ней, «Я и другой подобной мне нет, не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей». Она будет руководить всем миром в духовном смысле. Вот что говорит Библия. Интересно, что Ватикан буквально недавно, 5 сентября 2000 года, опубликовал письмо-циркуляр под названием «Доминус Иисус», где говорится, «Другие церкви не являются нашими сестрами», утверждает Ватикан. Все должны понимать, что Святая Католическая Универсальная Церковь это не сестра, но мать всем другим церквям. Кардинал Ратзингер, глава Инквизиции, конечно, они сегодня не называют себя Инквизицией, но отделом коррекции доктрины и догмы. Это одно и то же. Итак, католическая церковь не является сестрой, но является матерью всем другим церквам. Это подразумевает, что все другие церкви должны подчиняться ей, не так ли? Так она заявляет. Откровение 13 глава, 1 и 2 стихи, говорит об этой же власти. «И дракон дал ему силу свою, и престол свой, и великую власть». Это потрясающее пророчество. Если дракон дает ей силу, то эта система, она получает свою силу и власть от другого источника. Вы скажете, разве они не проповедуют христианство? Да. Разве они не проповедуют Иисуса Христа как Спасителя мира? Да. Но она также проповедует посредничество через другие механизмы и через церковь. Очень интересно, что в тайных обществах всегда присутствует два учения. Одно учение для посвященных и другое учение для непосвященных, для внешних. Так рыцари-тамплиеры, например, имели две доктрины, два учения. Одно учение эзотерическое, внутреннее, и другое учение экзотерическое, учение для внешних. И это учение было католической догмой. Таким образом, массы получают религию, в то время как внутренние посвященные
имеет совершенно другие убеждения. Люцифер, например, является истинным Сыном Божьим для посвященных, для внутренних. Иисус Христос — это второй Сын, который был поражен первым Сыном. Таким образом, Люцифер является главным источником света и победителем в битве, и будет тем, который будет контролировать весь мир и которому будут поклоняться все. Вот основа оккультизма, также учение каббализма, которое позже нашло свое место и в христианстве в форме гностицизма. Но, конечно, это очень далеко от учения Библии, но католицизм также очень далек от учения Библии. Откровение 17 глава, 12 по 14 стихи говорят, что «я видел 10 рогов, которые еще не получили царство, но на один час получат власть совместно со зверем. У них будет одна цель, одни мысли, и предадут силу и власть свою зверю, и будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с ним, суть званые и избранные и верные». Мы об этом будем говорить, когда будем изучать 17 главу Откровения. Библия говорит, но все цари мира отдадут свою власть этой системе. Точно так, как это было в средние века. И они будут навязывать доктрины всему миру. Очень интересно. Это зверь, который поднимется из кладезя бездны. Гарри Ках в своем научном труде «Путь к глобальному владению» представляет следующую схему. Древние тайные мистерические религии, которые происходили из Вавилона, это были пантеистические, конечно, религии, которые утверждают, что Бог в природе, Бог во всем, что в таком случае означает, что люди также являются богами. Древние языческие религии нашли свое отражение в каббализме, которые позже проявились в христианскую эпоху в том учении, которое называлось гностицизм. Рыцари-тамплиеры составили ядро тайного общества, которое претендовали на тайные познания о мистике. Позже это ложное учение отразилось в розекрусианах, затем в учении свободных масонов и иллюминатах, которые, согласно Гарри Ках, контролировали марксизм, американские и европейские тайные общества, Всемирный банк и Мировой совет церквей. Очень интересно. Мы будем в деталях позже рассматривать все эти вопросы. И затем, конечно, целое движение «Новый век», теософское общество, современные культы. Весь этот механизм работает на то, чтобы стереть с лица земли доктрину о спасении в Иисусе Христе. Вот в чем будет заключаться последняя битва на земле. Эта женщина сокрыла себя, и она скрыла себя под одеждой христианства. Люди получают доктрину для внешних и не знают, и не догадываются, что находится внутри этой системы, что является доктриной для посвященных. Если мы откроем первую книгу Паралипоменон, 16 глава, 26 стих, Библия говорит, «Ибо все боги народов ничто, а Господь небеса сотворил». Все языческие религии мира имеют ложную троицу. Немрод, Господь Небес, Тамуз, языческий Мессия и Семирамида, Царица Небес. Эти объекты поклонения берут свое начало из Древнего Вавилона, и они сегодня находятся во всех лжерелигиях, которые распространены среди Ливана, Финикии, Вавилона, Ассирии, Греции, Рима, Египта, Индии, Китая, Мексики, Скандинавии. Вы находите ту же троицу просто под разными именами — Ваал, Тамуз, Астара, Эл, Бахус, Астарта, Белус, Тамуз, Риа, Иштар, Нинус и так дальше, и так дальше. Ра, Осарас, Харас, Айсис, Хатор, Вишну, Кришна, Иси, Деваки и так дальше. Римская церковь, в свою очередь, они взяли эту ложную троицу и сделали их отец, мать и дитя. Другими словами, они женщину возвели в ранг божества. И вы увидите сегодня, как они это сделали. Как они это сделали по приказу Папы. Таким образом, истинная Троица и Римо-католическая Троица — это две разные вещи. Поэтому для людей внешних это Отец, Сын и Дух Святой, для внутренних это Отец, Мать и Дитя. Это не что иное, как Ваал, Тамуз и Астарта. Если мы вернемся в прошлое. Юпитер, например,
Он был богом языческим, которому поклонялись, и сегодня ему поклоняются как Петру. В христианстве его титул «Уби Петри» — «Там, где Петр, там и церковь». Это еще один камень, который занял место настоящего камня. Итак, христианство и тайные общества. Давайте посмотрим следующую схему. Древние вавилонские религии стали основой для возникновения каббализма. Через него возникли иесеи, гностицизм. Основателем гностицизма является Симон Волф. Это взято из источника «История магии», автором которой является Елифас Леви. Это довольно известный масонский источник. Таким образом, гностицизм, основателем которого являлся Симон Волф. Гностицизм, который был основан на так называемых тайных знаниях, позже, через некоторое время, он станет орденом тамплиеров. Рыцари-тамплиеры представляли собой группу рыцарей, которые были назначены Римо-католической церковью при храме для того, чтобы защищать храм. Они имели очень близкую связь с исламскими обществами — исламиты, карматиты, фамилиты, драсы и ассасины. Это очень интересные общества. Мы также об этих обществах будем говорить, когда мы поговорим о связи католичества с исламом. Мы поговорим об их учении также. Так, например, тамплиеры также имели две доктрины. Одну для внешних и одну для внутренних, посвященных. Это две противоположные доктрины. Тайные общества ислама делали то же самое, но это другая лекция. Тамплиеры имели также тайные внутренние знания, которое позже было передано Розекруцианам и иезуитам. Иезуиты, опять-таки, сформировали и организовали свободное масонство. Свободное масонство было создано как протестантская рука католической церкви, в то время как протестанты не догадывались и не знали, что они выполняют то, чего от них ожидает Римо-католическая церковь. И Римо-католическая церковь могла спокойно наблюдать, как свободное масонство выполняет их роль. И протестанты выполняют волю католической церкви. Очень тонкая и очень действенная система. Давайте посмотрим на рыцарей-тамплиеров. Здесь вы видите изображение некоторых рыцарей. Это де Малой. Это один из лидеров ордена тамплиеров во время расформирования ордена тамплиеров. Здесь вы видите, как выглядела их одежда. Это один из их символов. Это символ, который сегодня используется многими церквами. Вы знали об этом? Многие харизматические церкви сегодня используют этот символ. Это очень интересно. Свидетели Иеговы используют этот символ сегодня также. Мы об этом еще будем говорить в следующей лекции. Давайте обратим внимание, что говорит Неста Вебстер в своей книге «Тайные общества и их движение». Давайте прочитаем о движении тамплиеров. В 1118 году, 19 лет после первого крестового похода и поражения мусульман, завладения Антиохией и Иерусалимом, были организованы группы, которые были позже названы тамплиерами. Им было отведено специальное здание неподалеку от храма Соломона. Именно оттуда походит их название «тамплиеры». От слова «храм» — «темпл». Позже они станут очень сильным орденом, который контролировал все финансы мира того времени. Это была финансовая элита мира. В 1128 году орден тамплиеров был санкционирован на Троянском соборе и Папой Римским. Это был Римо-католический орден, действующий внутри церкви. Несколько лет спустя, 13 октября 1307 года, этот орден был официально запрещен королем Франции, потому что, согласно этого документа, говорится, что королю стало известно, чем они занимаются, и король Франции, он приказал арестовать тамплиеров. Дата была пятница 13 октября 1307 года, и с тех пор пятница 13 числа — это неудачный день, как считается во всем мире. В то время были выдвинуты определенные обвинения против них. Как, например, во время посвящения в ордер
наблюдали с хула на крест, отвержение Иисуса и страшные деяния. Они делали очень интересные вещи, которые похожи были на Содом и Гоморру во время посвящения в орден. Второе обвинение — они прославляли идол, который был образом Бога. Видите, вот здесь такой бык, который был и мужем, и женой одновременно. Затем они пропускали мессу, рыцари присваивали себе право отпускать грехи и прибегали к неестественной жестокости. Чтобы стать рыцарем тамплиеров, нужно было отречься Христа, растоптать его крест, признаться в верности идолу быка и совершить акт страшной аморальности. Это было страшно даже в то время, и поэтому они были приговорены к смерти. Но орден не исчез. На самом деле, папа не хотел признать их вину. Масонские общества имели много общего с тамплиерами. Этот источник под названием «Тайные общества» и их движение говорит: «Некоторые отряды рыцарей, которые были назначены, чтобы спасти святые места в Палестине от безбожников, сформировали ассоциацию, которая позже называлась «Свободным масонством», указывая на то, что их главной целью было восстановление храма Соломона». Мы сегодня также слышим много о восстановлении храма Соломона и много очень интересного об этом. Давайте мы обратимся теперь к истории. Мы возвращаемся к прекрасному дворцу. Как вы думаете, где он находится? Этот дворец находится в Иерусалиме. Это Нотр-Дам, Ватикан, представительный дворец. Именно здесь папа имеет свое представительство в Иерусалиме. Здесь увидите флаг Ватикана, который находится на этом здании, и другие атрибуты папства. Очень интересное место. Здесь, в Иерусалиме, я отправился, чтобы найти место, где был орден тамплиеров, крестоносцев. Вот здесь вы видите вход в дворец рыцарей-крестоносцев. Именно здесь берет начало орден тамплиеров, и здесь находился их офис. Сегодня это здание принадлежит Римо-католической церкви. Вот символика, которой они пользовались. Это щит крестоносцев, рыцарей, тамплиеров. И именно сегодня римская церковь продолжает использовать эти символы. Вы видите символ вечного воина, который они используют на одежде. Они целуют руку папы, вернее, кольцо. Их посвящают в орден, точно так, как они посвящали в орден крестоносцев-тамплиеров. Внутри этой церкви находится, конечно, статуя Юпитера, который назван Петром. Как видите, его нога сильно расцелована. Я не хотел целовать ему ногу, поэтому я просто стоял рядом. Очень важная церковь, потому что оба важных папы, папа Иоанн Павел VI и Иоанн Павел II, посетили эту церковь. Это, конечно же, символические образы, но они придают этой церкви очень важное значение. Если вы войдете внутрь этой церкви, находится очень интересный алтарь. Здесь, под этим алтарем, видите, очень интересные изображения. Давайте мы его немножко приблизим, и что вы видите? Двухглавый орел. Это символ, который используется в масонстве. Он находится на престоле церкви тамплиеров. Что находится справа? Два меча, которые держатся как компас. Есть очень много масонских символов, перья за определенным их числом. Многие из этих символов находятся на обратной стороне доллара. И много других символов, например, треугольник внутри круга. Наследниками ордена тамплиеров, крестоносцев, стали, конечно же, иезуиты. Орден иезуитов пришел на смену ордена тамплиеров. Иезуиты, в свою очередь, они были теми, кто действовали за кулисами, контролируя и управляя многими вещами в этом мире. Орден иезуитов был основан 15 августа 1534 года Игнатом Лойолой и был узаконен папой Павлом III в 1540 году. Их главной задачей было защитить церковь от движения реформаторов. Они были призваны уничтожить движение реформации. Лойола хотел, чтобы этот орден был основанием католического единства и, конечно же, находился в полном подчинении папе, который считался наместником Сына Божия. Это изображение, как организацию Лойолы благословляет папа. 1540 год, 27 сентября.
это очень интересные аналогии, которые мы увидим. Здесь, например, вы видите то, что находилось очень много общих характеристик между масонскими обществами и иезуитским орденом. Иезуиты, так же, как и масоны, топтали обувь и оголяли колено, потому что именно так Лойола склонился перед папой, чтобы попросить его благословения. Все, что я говорю, приведено в истории в цитатах. Если кто-то против того, что я говорю, обращайтесь к тем, кто это сказал. Договорились? Вот так они это делали, и так именно делает каждый масон, который посвящает себя в орден. Кто же был первым, иезуиты или масоны? Конечно же, иезуиты были первыми. От иезуитов ожидалось безоговорочного послушания. Они должны повторить были свою конституцию 500 раз, утверждая и повторяя, что для них генерал является Иисусом Христом. Даже если он заставит вас кушать собаку, вы должны быть послушны ему, как Иисусу Христу. Это статуя Лойолы. Это еще одно изображение Лойолы, которое принимает видение. Общество Иисуса, которое было учреждено в соборе Нотр-Дам, сегодня находится в центре Парижа, в храме святых. А здесь вы видите знаменитую клятву иезуита. Эту клятву должен был произнести каждый, кто становился членом ордена. Давайте посмотрим на некоторые моменты из текста клятвы. «Я, затем мое имя, в присутствии всемогущего Бога и в присутствии всех этих святых, обещаю, что его святость, Папа, это сам Иисус Христос, который является единой главой католической или всемирной церкви». И здесь говорится, что его силу он получил от Иисуса Христа. Он имеет власть истреблять юридических правителей, князей, которые являются внезаконными без благословения и освящения папской власти. Поэтому, если иезуит докладывает папе, что власть ему не подчиняется, что с этой властью делают? Ее истребляют. Дальше кандидат в иезуиты обещает, что я буду полностью помогать и поддерживать систему и его святость. Я буду делать все, что я смогу для того, чтобы уничтожать еретика протестанта или либеральную доктрину. Либеральные доктрины — это доктрина, когда вы сами решаете, вы принимаете решение, как верить, и не желаете, чтобы за вас это делал Папа Римский. В таком случае вас будут истреблять. Это клятва, священная клятва. Независимо, куда вы меня пошлете, он дальше говорит, я буду подчиняться. Я обещаю, что у меня не будет никогда своего мнения, и я буду беспрекословно подчиняться приказам. Буду воевать, открыто или тайно, против еретиков, протестантов, либералов, для того, чтобы истреблять, уничтожать их с лица земли, невзирая на пол или возраст. Я буду вешать, уничтожать, кипятить, расчленять, разрывать внутренности, разбивать головы, черепы, независимо детей, жен или взрослых людей. Это прекрасное христианское обетование, не так ли? Очень христианское обетование. Сделали ли они это в истории? Уничтожая вальденцев, они разбивали головы детей о скалы, чтобы родители отреклись. Империя атаман — это очень интересная история. В Сербии, например, и в других странах Востока, которые оккупировала империя атамана, они подбрасывали ребенка в воздух и ловили на меч. Это были прекрасные люди, не так ли? Вы скажете, это был ислам, это не были иезуиты. Это спорный вопрос, мы об этом еще поговорим. Он говорит, если я не могу делать это открыто, я буду делать это тайно. Вот клятва иезуита. Это знаменитый Григорианский университет в Риме, самый престижный католический университет в мире. Именно здесь обучали иезуитов. Символ иезуитов всегда находился в пещере. В языческих религиях все боги выходят из пещер. И здесь буквы IHS, которые означают «Иисус Харасей», египетская троица. Конечно же, они скажут вам, что это означает «Иисус Спаситель человечества», «Иисус Хоминус Салвата». Но мы знаем, что означают на самом деле эти три буквы. И здесь, конечно, символ всевидящего ока, который находится в треугольнике. Они используют также обелиск или стеллу. Они пользуются символом треугольника со всевидящим оком, который находится внутри. Этот же символ используется в движении «Новый век». Гарри Ка, как мы видели вначале, он говорит, что масонство контролирует движение «Новый век».
а иезуиты были основателями общества свободных масонов. Здесь вы видите университет иезуитов в Праге. Наверху вы видите атлас не Иисуса Христа. Если вы отправитесь к более современному учебному заведению иезуитов, я был там, это в Германии. Я сфотографировал внутри фотографию Иисуса Христа. Это не Христос, это атлас, который держит мир на своих плечах. Здесь тоже на стенах вы видите эти образы, очень характерные языческим божествам. Если вы удалите отсюда крест, остается символ Иисуса. Это язычество в самом лучшем проявлении. Здесь вы видите символы, очень характерные для ордена иезуитов. Здесь корона. Их символизм — Мария. М — это буква масонства, и Рия — это богиня. В этой церкви в Германии, в Дармштадте, войдя внутрь, вы увидите, опять-таки, символ крестоносцев, перекрещенные два меча. Все эти символы, они используются в свободном масонстве. В Древней Ассирии тот же крест был главным крестом, Мальтийским крестом, который берет свое начало в древнем язычестве. Здесь вы видите символы звезды, восьмиконечная звезда или пересечение двух крестов, компас, луна с диском рядом с луной или со звездой рядом с луной. Дальше символ солнечного календаря и тройная митра, тройная корона. Все символы католической системы взяты из язычества. Перевернутый крест означает победу над крестом. Здесь циркуль означает полное владение миром. И Иисус, который стоит на костях, но на самом деле это символ бога Юпитера, который является символом Люцифера. Перевернутые кресты снова. Здесь вы видите очень знаменитый собор в Европе, в Германии, где встречаются все политические вожди. Здесь Янус, языческий бог двухголовый. И здесь статуя, предположительно, Давида, но это не Давид, это бог Пен, потому что он держит в руках своих этот инструмент. Давид, конечно, не играл на этом инструменте. Это все изображения языческих божеств. Они изображены в виде младенцев, также в этом же соборе. Это все символы оккульта древнего язычества. Внутри вы видите бога Нубуса. Ничего общего с христианством не имеет. Здесь также вы видите символ бога Юпитера и целый свод языческих богов. И внизу мы нашли дверь, на которой находятся все знаки зодиака, которые отвечают божествам языческим. И сама ручка на двери — это инь-янь. Ничего не имеет общего с христианством. Они используют символы компаса, символы Юпитера, PX-символ, которые вы найдете сегодня практически сегодня в каждой христианской церкви на планете Земля. Они берут эти все символы с прошлого. Это все символы Люцифера. Опять PX, круг, в котором находится точка. И вы скажете, неужели это не символ христианства? Нет, это символ богохульства в язычестве. Давайте спросим Альберта Маки, масон 33 градусов. Он говорит, что означают эти символы. Круг, который имеет точку внутри, это очень интересный символ свободного масонства. Сам символ очень прекрасно отражает суть поклонения Солнцу. И впервые он показывает, насколько наши предки поклонялись фалусу. Это не так просто, это имеет связь с мужскими половыми органами. Потрясающе. Вот что обозначают эти символы. Что же означает PX? Давайте обратимся к лучшему масонскому источнику в мире, «Морали и догма», страница 292. Если вы не верите мне, я сфотографировал вот этот символ, две буквы P и X. Это жезл Осируса, языческого бога жизни. Это источник масонский сам говорит об этом. Его автор был очень известным масоном, который не был основателем, но был очень влиятельным масоном своего времени. Здесь говорится, на медали Константинополя была эта эмблема, было написано, и еще одна очень интересная вещь. Итак, это жезл или посох Осириса, египетского бога жизни.
Посмотрим, что все другие вот эти символы Тау и звезда шестиконечная, другие символы крестов, одеяние священников бога Хора в Египте было всегда украшено Малтийскими крестами. Помните, я показывал ассирийского царя, который носил его на груди? Кто же носит такой крест сегодня? Кто его носит? Папа носит сегодня точно такой крест. Наверное, он является священником бога Хора. Для внешнего мира он выглядит как христианин, но для внутренних посвященных это служение богам оккультизма. В кафедральном соборе в Лондоне находится Трискель. Давайте мы обратимся к источникам, чтобы узнать, что это за символ. Это кельтская версия инь-ян. Это символ удачи, преобразования, успеха. Это символ богини успеха, мудрости и волшебства. Кого воздвигли на престол после Французской революции? Богиню разума и удачи. Это все символы того же божества. На полу кафедрального собора вы видите букву Тау. Тау, давайте посмотрим, что говорит Вард. Один масон говорит, Тау — это символ мужчины, который стал божеством. Опять мы видим связь с половыми органами. Что это делает на полу в церкви? Иезуиты, они стали наследниками оккультизма. И они руководят миром через их агентство, через масонов. Они стоят сзади, они создают организации. И каждый думает, что они не действуют. Давайте спросим их, во что они верят. Вот история высших генералов общества Иисуса. Это все генералы ордена иезуитов, которые начинаются с Лойолы и перечисляются все генералы ордена. И дальше до нашего современника, который возглавляет орден, его зовут Питер Ханс Кольвенбах. Очень красивое немецкое имя. Очень интересно заметить, что немцы занимают очень видное место в ордене иезуитов. Кардинал Ратцингер, немец снова, является главой инквизиции. Так или иначе, немцы возглавляют эту систему. Вот его фотография. Руководитель ордена иезуитов сегодня. Питер Ханс Кольвенбах. Я бы сказал, что это самый влиятельный человек сегодня в мире. Здесь вы видите пещеру Лойолы, и Джордж Буш с папой проводят аудиенцию, и они ничего не делают случайно. Просто так получилось, что они проводят эту встречу под изображением Лойолы, который получает благословение от папы. Церемония посвящения и высшей клятвы иезуитов. Библиотека Конгресса, каталог под определенным номером. Вы были научены сеять семена зависти, насилия, ненависти между обществами и странами. Возбуждать революции, войны в странах, которые были независимыми и успешными. Занимать стороны воюющих стран и действовать тайно. Или сотрудничая с вашим братом-иезуитом, который может быть связан с другой стороной, но открыто выступающий против тех, с которыми связаны вы. Только чтобы церковь, в конце концов, выиграла. Вы должны действовать так, независимо от всех мирных договоров, потому что цель оправдывает средства. Потрясающе! Это главный принцип действия тайных обществ. Вы берете две противоборствующие стороны, разжигаете между ними войну. Вы их стираете в прах, пока от них ничего не остается. Это называется тезы и антитезы. И результат этого столкновения дает вам синтез и именно то, что вы хотели получить. Иезуиты могли очень активно действовать в одной стороне, и они также активно действуют с другой стороной. Это процесс, благодаря которому они достигают своей цели. 30-летняя война. А что это такое? Это война, целью которой было полное истребление тех стран, которые не хотели принимать действия иезуитов, которые восстали против действий иезуитов, законы которых постановили, чтобы ни один иезуит не мог действовать. Знаете ли вы, что иезуитов выбросили со всех стран, включая католические, потому что они приводили столько проблем? Если католическая власть посмела избавиться от иезуитов,
Та страна была полностью разрушена. Правительство изменено, и иезуиты возвращались. Поэтому документ говорит, что ответственность за эту 30-летнюю войну должна быть на императоре Фердинанде II за его учение, за его правителей и за его друзей, сыновей Лойолы. Этот документ носит название «Папство – враг государственной и религиозной свободы». В 1550 году папа Юлий III заявил, что обладает полной политической властью, в знак чего была отчеканена новая монета, на которой было сказано: «Кто не будет служить мне, будет истреблен». Видите цель и правительство Римо-католической церкви. Каждое государство, которое не будет подчиняться папской власти, будет истреблено. Будут ли протестантские страны встречать трудности? Я думаю, несомненно. Фома Аквинский, очень известный философ Римо-католической церкви, говорит: «Папа, по праву данному ему от Бога, имеет полную духовную и политическую власть, является высшим властителем мира». Папа Римский, который является главой папской власти, претендует на полное правительство над всеми государственными властями мира. Все эти цитаты взяты из исторических, достоверных, самых высоких источников. Право низлагать царей заключено в его высшем суверенитете, который папа получил как наместник Иисуса Христа на земле над всеми христианскими нациями. Кардинал Меннинг, архиепископ Вестминстера. Он считает себя высшим правителем всех народов мира. Это интересно, что Библия говорит нам, что именно эти слова были написаны на кресте во время распятия Иисуса. Иисус из Назарета, царь иудейский. Иоанна 19 глава, 19 стих. На римско-католическом распятии написано INRE. Если мы обратимся к словарю Вебстера, он говорит, что эти буквы означают «Иисус Назаренус Рекс Иудаэрум». Но если вы посмотрите клятву иезуитов, там эти буквы расшифровываются по-другому. Иезуитская расшифровка означает следующее: «Это справедливо уничтожать и истреблять еретических руководителей и политических деятелей». Это очень интересный момент. Еще одной целью этого общества является истребление протестантов. Здесь говорится: всех, которые не объединятся с нами, они должны быть полностью истреблены. Мы готовы к этому приступить, как только у нас будет на это средство. Протестантизм уже теряет свою силу и близок к распаду. Да, мы призваны привести его к полной погибели, пройти по его костям и потрощить их. О, давайте мы приблизим этот день истребления нашими усилиями и объединенными действиями. Дальше они пишут: да, протестантизм сегодня расчленен. Он распадается на части. Это цитата из «Тайных планов тайных обществ». Достоевский в книге «Братья Карамазовы» говорит, что самые худшие католики — это инквизиторы и иезуиты. Это римская армия, которая назначена для того, чтобы истреблять. Это всемирная власть, которая подчиняется только себе. Вот их главное назначение. Они не верят даже в самого Бога, скорее всего. Братья Карамазовы, Достоевского. Генерал иезуитов заявляет о том, что он будет главным руководителем в мире, чего бы это ему ни стоило. Это общество является по природе своей диктатурой, и поэтому это непримиримый враг всех учреждений и всех властей в мире. Автор-отец Чиники, 50 лет в Римской церкви. Сам Лойола говорит, что власть генерала будет настолько неограниченной, что даже если он посчитает нужным ради чести Бога, он отправит назад даже указ самого папы. Это очень сильный орден. Фредерик фон Хантерберг говорит: «Никогда раньше в истории мира не появлялось такое сильное общество. Даже Римский Сенат не имел подобной организации и такого успеха».
Они хотят полностью управлять делами в мире через папу, который будет признан всемирным руководителем. Римо-католический Лафайет говорит: «Я считаю, что если эта страна, Соединенные Штаты Америки, лишится своей свободы, это будет сделано тонкими методами римо-католических иезуитов, потому что они очень искусно и опасно действуют против религиозной и гражданской свободы. Именно они возбудили большинство войн в Европе». Давайте посмотрим еще одну цитату иезуита Морзе, который является автором азбуки Морзе. Кто эти агенты? Это церковный орден иезуитов, которые действуют очень хитро, скрыто, двойственно. Они настолько искусны в обмане, что даже в католических странах, в самой Италии, они стали невыносимыми, и поэтому люди потребовали их запрещения. Это еще один известный автор. Хектор Макферсон говорит: «Иезуиты настолько проникли в государственные учреждения, что они должны быть полностью запрещены и обведены в стремлении к мировому господству». Эта цитата очень интересная. Это Майкл Анджело Тамбурни, 1720 год. Это генерал иезуитов. Генерал генералов иезуитов. Он говорит: «Мой господин, из этой комнаты, и из этой комнаты я руковожу не только Парисом, но и Китаем. Не только Китаем, но всем миром. И никто не знает, из какой комнаты им руководят». Очень интересно. Вот о чем говорят сами иезуиты. Исповедником самого папы должен быть иезуит. И сам папа должен прийти к иезуиту, чтобы исповедоваться. Все, что я говорю вам, подтверждено цитатами. Здесь вы видите Джон Баптиста Янсенс. Он правил с 1946 по 1964 годы. И это довольно-таки симпатичный, приятный человек, не так ли? Но тем не менее, вы видите здесь, что эта фотография была сделана 17 января 1959 года. Вот кем руководит этот человек. Мы поговорим об этих обществах в следующей нашей лекции. Он руководил следующими тайными обществами. Военное общество Мальты, Свободное масонство Шотландии, Орден иллюминатов, Рыцари Коламбуса, Рыцари Куклус-Клана, Бинай-Берит, Нация Ислама и частная армия, которая называется Плоды Ислама, Главная мафия, которая действует по поручению. Все эти тайные общества руководимы этим одним человеком, который является генералом иезуитов. Как он руководит ими? И какова их цель? И кто является членом, например, рыцарей Мальты? Или кто сегодня, например, является членом клуба Колумбуса? Или кто является сегодня клубом Бинай-Берит? Кто руководит плодами ислама? Кто руководит Opus Dei? Кто руководит всеми другими тайными обществами? И какова их главная цель? Вот о чем мы узнаем сегодня, в следующей нашей лекции. Помните, что Рим желает вернуть полную власть и полный контроль над всем миром. И он является центром теологии тамплиеров, целью которой является руководить миром для Люцифера, но не для Иисуса Христа. Потому что Люцифер, он пришел и дал им власть, престол и силу. И эта власть, скорее всего, действует и в вашей стране, и в моей. Но хорошая весть заключается в том, что Иисус Христос предупредил нас. В книге Откровения Он говорит: несмотря как они замышляют, как они заговаривают, они не смогут победить вас, потому что Иисус Христос победит. Сегодня нет причины для христианина бояться. Но я покажу вам эти тайные общества и их цели в следующей нашей лекции. В нашей предыдущей лекции мы уже упоминали имя этого человека.
Это Жан-Баптист Янсен, один из великих генералов общества Иисуса. Он был лидером этого общества, начиная с 1946 по 1964 год. Мы уже упоминали об Мальтийском ордене, ордене рыцарей Колумбуса и о других тайных обществах, которые были все под управлением ордена иезуитов. Преследование католической церкви в Германии проводилось только против тех, которые полностью не подчинялись возрастающей власти церкви и государства. В некоторых случаях, как мы видим, даже католики страдали. Эти католические группы не полностью подчинялись системе. Таким образом, они подвергались преследованиям. Некоторые католические ордены были против иезуитов, и поэтому они были все истреблены. Так, например, во Французской революции доминиканцы, которые не подчинились ордену иезуитов, были истреблены. Иезуиты взяли власть в свои руки. Их целью было то, чтобы истребить все последствия реформации и восстановить власть церкви в Германии. Таким образом, Германия должна снова стать центром Великой Римской империи. Леман, известный историк, говорит об этом. Очень интересно, что римский президент или, скажем, любой русский президент и многие политические руководители в этом мире, они чувствовали, что Германия снова будет править Европой сегодня. Удивительно, что именно иезуитский священник, отец Штемпли, но не Гитлер, который проголосовал за Майн Кампф, в этом историческом документе говорится. СС использовали этот символ черепа и двух костей. Что это за символ? Это был символ Юпитера. Юпитер — бог смерти. Это также символ Сириуса, бога смерти. Это символ бога смерти, бога мертвых. Но Иисус Христос говорит: «Я есть бог живых. Я не есть бог мертвых. Я желаю служить богу живых». СС было организовано Химмлером согласно всем принципам иезуитского ордена. Все правила службы, а также духовного опыта, которые были впервые представлены Игнатием Лойолом, были скопированы Химмлером, чтобы предусмотреть полное повиновение ордену без всякого возражения. Каждую цитату я читаю из очень достоверных источников. В этой книге «Великая борьба» мы читаем о действиях иезуитов. Во всем христианском мире протестантизму угрожали страшные враги. Время первых побед для реформации прошло. Рим собрал новые силы, надеясь окончательно уничтожить ее. В это время создается орден иезуитов. Обратите внимание на характеристики ордена. Они были самыми жестокими, беспринципными и сильными сторонниками папства. Освободившись от всяких земных привязанностей и интересов, умертвив в себе естественные чувства и наклонности, подавив голос совести и разума, они не признавали никакой власти, никаких обязанностей, кроме служения своему ордену, и единственным долгом считали расширение влияния своего ордена. Их единственная цель — уничтожить протестантизм. Орден иезуитов — это воплощение системы, которая направлена на полное политическое и религиозное правление во всем мире. Возможно, вы скажете мне: «Китай никто не сможет подчинить себе». Но мы уже читали цитату ордена иезуитов, который говорит, что он управляет Китаем. Кто, как вы думаете, управляет коммунизмом? Иезуиты создали коммунизм, и они управляют коммунизмом. Они практикуют принципы коммунизма в южноамериканском примере, где они практиковали это, прежде чем они воплотили эти идеи в других странах. Видный немецкий деятель, экс-иезуит Каунт фон Хонбрех говорит: «В чем главная цель иезуитов? Они говорят, что они ищут только славы Божией, но если вы исследуете факты их
поведения. Они стремятся только к полному мировому правительству, они стремятся к тому, чтобы править миром. Одна цитата за другой. Более того, Папа Римский имеет тысячи агентов по всему миру. Это иезуиты, рыцари Колумбуса, рыцари Мальтийского ордена, Opus Dei и другие. Тайные службы Ватикана и ресурсы, агенты, которыми располагает Ватикан, не знают себе подобных в мире. Давайте рассмотрим, что собой представляют некоторые из этих учреждений. Возьмем, к примеру, свободных масонов. Приведенный ниже источник говорит, правда состоит в том, что иезуиты Рима содействовали тому, чтобы свободное масонство стало их самым эффективным инструментом для осуществления их целей среди протестантов. Несомненно, члены свободного масонства, скорее всего, они сами обмануты, потому что если бы они это понимали, они бы этого не делали. Таким образом, иезуиты пользуются свободными масонами, и свободные масоны не подозревают об этом. Возможно, только высшие слои самых посвященных знают об этом. Они полностью управляемы иезуитами. Очень умная система. Таким образом, они достигают того, что протестанты выполняют их повеления, которые они не могут выполнить, потому что протестанты указывают на них, как на Антихриста. Очень и очень интересная система. Это крепость тамплиеров и церковь на острове Майорка в Испании. И здесь в основе видите орел двухголовый, и практически в каждой церкви на этом острове находится символ двухглавого орла в этих церквах. Как я уже говорил раньше, Адам Вайсхаут — это отец якобинизма, и он является именно тем, который был основателем иллюминатов. Считается, что именно из иезуитского колледжа в Инголштадте берет начало секта иллюминатов Баварии, основателем которых явился Адам Вайсхаупт, который, хотя и не открыто, но сыграл главную роль в организации этой секты. Снова они использовали один фасад, а действовали за кулисами. Вот еще два генерала иезуитов. Здесь это генерал Рики, и это генерал Ледаховский. Очень интересно, вот этот генерал, 1773 год по 1814, он правил во время подавления ордена. Ватикан подавлял орден иезуитов с 1773 года до 1814 года. Что произошло с Ватиканом в это время? Ватикан получил смертельную рану. Папу было взято в плен, где он и умер. Кто нанес смертельную рану папству? Их собственный орден в той же церкви. Борьба за власть. И в это время он создал общество иллюминатов, просвещенных, в которые входил Адам Вайсхаупт, который был отцом современного коммунизма, который провел и французскую революцию. Позже иезуит генерал Ледаховский провел русскую революцию в 1917 году. Она абсолютно идентична французской революции. Я буду говорить об этом, когда я буду говорить о революциях, о войнах и о том, как они создаются. Один из авторитетных иезуитов Франции, Эдмонд Парис, говорит, «Революция в России, которая была направлена против правления царя, который являлся защитником православной церкви, была нацелена на то, чтобы удалить противостояние римской церкви. Мы должны бить пока железо горячо». Знаменитый Русикон, русский колледж в Риме, был создан в 1929 году, он был направлен на то, чтобы послать миссионеров-католиков в Россию. Через 100 лет после того, как иезуиты были изгнаны Александром I, иезуиты снова завладеют славянским миром. И бедные славяне, сколько они пролили крови. Они были истребляемы миллионами. История говорит нам об этом. Что произошло там, когда Сталин, массовый убийца всех времен, истреблял людей миллионами? Фредерик Великий из Пруссии, он содействовал восстановлению многих масонских учреждений. Он сам написал конституцию под руководством ордена иезуитов.
Энциклопедия свободного масонства, Альберт Мэкис говорит об этом. Следующая цитата очень интересная. Обратите внимание, это источник просто невероятный. Сама Елена Блаватская пишет, автор «Тайных доктрин». Она говорит, что ордены и рыцари орденов являются никем иным, как последователями Игнатия Лойолы. Шотландское право и другие ордены руководимы иезуитами. Кто же руководит свободным масонством? Иезуиты, в этом нет никакого сомнения. Мы поддержали и подтвердили принятие ордена тамплиеров в советы ордена рыцарей. И мы верим, что они будут содействовать для общей славы IHS, славы всемогущего Бога, и служить начертанию, которое мы пропагандируем. Это полностью иезуитское общество. Иезуиты полностью контролируют общество свободных масонов. Это храм свободных масонов, который находится в Оклахоме. Там находится символ IHS. Это храм свободных масонов. Это ложа свободных масонов. В нашей стране есть люди, мужчины и женщины, которые скажут вам, что если вы проследите историю масонства, все их ордены, и пройдете к самому верху, вы убедитесь, что страшный человек и основатель общества Иисуса — это одна и та же личность. Джеймс Петрон, американский историк. Многие люди говорят об этом. Следующий орден — Мальтийский орден. В то время как свободные масоны действуют открыто, иезуиты и Мальтийский орден действуют скрыто. Иезуиты осуществляют руководство Мальтийским орденом. Что такое Мальтийский орден? Их центр находится в Риме. Раньше это был военный орден. До сих пор они являются военным орденом, потому что они рыцари. Они осуществляют руководство банками мира, промышленными мероприятиями. Они владеют банком Chase Manhattan в Москве и в Нью-Йорке. Они руководят полностью обществами КГБ, CIA. Все эти средства находятся в их распоряжении для того, чтобы восстановить средние века. Я просто читаю цитаты. Не обвиняйте меня в том, что я что-то говорю от себя. Кто они? Вот глава Мальтийского ордена, который мертв уже сейчас. Это Джозеф кардинал Спелман, кардинал Нью-Йорка. И глава их находится в кафедральном соборе Святого Петрика. А вот кардинал Нью-Йорка, Теренс кардинал Кук. Затем кардинал О'Коннорс. Теперь руководство орденом осуществляет архиепископ Нью-Йорка Эдвард Иган. Здесь приводится список членов Мальтийского ордена. Некоторые из прошлого, некоторые наши современники. Генерал Алавена, Эндрю Бертье, Джозеф Бонапарт, Боргис, Брэдли, Бьюкеннон. Вам знакомы эти имена? Джеймс Бакли, Прескотт Буш. Напоминает ли вам это имя кого-либо? Фрэнк Капра, Вильям Кейси. Знакомы ли это имя? Сизнеро, Кук, Скофлен, Джистар Дестейн. Это президент Франции. Билл Донован, Ален Даллас, Эдвард Иган. Сам кардинал, архиепископ Флим, Гелли Геллен, Горман, Грейс, генерал Александр Хейг, Оттон фон Габсбург, Конрад Хилтон, Хайнрих Химмлер. Он был членом Мальтийского ордена. Эдгар Хувер, очень знаменитый человек среди FBI. Тед Кеннеди, Джозеф Кеннеди, Генри Люс, основатель всех великих журналов, журнала Time и всех других журналов. Известный магнат в области издательства. Манхэттен, Отис, Франц фон Паппен. Тот, который сотрудничал с Адольфом Гитлером. Перрон, Рокко. Список дальше продолжается. Фрэнк Шекспир. Даже Фрэнк Синатра был членом ордена Мальтийского. Это очень известные люди, которые были членами Мальтийского ордена. Давайте перейдем к следующему ордену. Колумбийский орден. Основателем ордена является Майкл МакГивни.
Он жил очень короткую жизнь, он умер в 38 лет. Это эмблема ордена и их домашняя страница. Вы можете там найти очень много интересного. Что же это за символ? Небольшая связка жезлов, который, вы помните, находился в манифесте прав человека Французской революции. Это символ фашизма. Фэшиай. Его значение — вся власть в руках одного человека. Кто же будет этим человеком, который будет держать всю власть в своих руках? Кого бы Колумбийский орден хотел видеть? Конечно же, папа. Колумбийский орден был основан в Коннектикуте в 1882 году. Сегодня насчитывает более 300 тысяч сильных римо-католиков. Только римо-католики имеют право быть членами этого общества. Фактически вы не можете стать политиком, если у вас нет одобрения от этих ребят. Этот факт хорошо известен всем политическим структурам, даже не католическим. Кандидаты должны получить одобрение Рима и ордена, прежде чем они могут попасть на службу как сторожевая собака или как президент. Таким образом, главной задачей ордена Колумбийского является политика, а именно иезуитская политика. Это довольно серьезное обвинение. Вот символ фашиай, который будет более нам понятен в последующих наших лекциях. Сегодня Рим считает, что фашизм — это режим, который более всего близок к догмам и интересам Римской Церкви. Отец Кафлин, иезуит, говорит о том, что Италия времен Муссолини — это настоящая христианская демократия. Но один из известных журналов, издаваемый иезуитами, официальный иезуитский журнал «Цивилика Католика», говорит, фашизм — это режим, который более всего отвечает концепции Римской Церкви. Это страшные вещи. Обратили ли внимание, дорогие друзья, что в последнее время все меньше и меньше свободы и больше контроля? Замечаете ли вы изменения в обществе? Заметили ли вы, что обстоятельства складываются так, что вы то и дело должны поклоняться несколько тысяч раз перед разными властями? Следующая организация — Opus Dei. Это полутайные общества, тайные, которые имеют цель поддерживать папство. Это люди, которые ходят, нося зажимы на своем теле, чтобы постоянно испытывать боль. Эта боль должна напоминать им об их обязанностях. Люди, занимающие очень высокие посты, являются членами общества. Например, президент Португалии является членом общества Opus Dei. Затем следующее общество — скелет и кости. Кто же эти люди? Вы уже знаете, что обозначает этот символ черепа и костей. Это символ Юпитера, бога смерти. И затем номер 322. Если вы откроете Бытие 3.22, вы прочитаете, там сказано, «Теперь человек стал как один из нас, который знает добро и зло. Поднять человека на уровень Бога». 322 — это их номер. Давайте осведомимся об этом обществе у человека, который является очень авторитетным в этом обществе, Антони Саттон. Получил образование в Лондоне, в Готингене, в Калифорнии. Это руководитель отдела исследований Университета Стэнфорда, а также является профессором Калифорнийского государственного университета Лос-Анджелес. Он имел силу и мужество написать книгу об этом обществе, и это стоило ему очень многого. Итак, вот это название книги «Тайные учреждения Америки». Я не говорю об этом, давайте процитируем. Итак, череп и кости. Что это за общество? Давайте посмотрим видео об этом. Именно в этом университете известные люди Америки исповедовали свои сексуальные грехи, лежа на гробу, в комнате, исполненной дымом. Люди, которые руководят экономикой мира, они посвящали себя таким образом в тайные общества, такие как Билдеберг, Череп и Кости и другие общества. Череп и Кости было основано в 1832 году
Йельском университете в Нью-Хейвен, штат Коннектикут. Именно здесь они учредили тайное общество, правила и ритуалы которого остались неизменными до сего времени. Сам процесс посвящения в общество проводились в подвалах, на гробах. Один из почетных членов становится руководителем церемонии посвящения. Он одевается в ризу, его называют дедушка Тоби. Второй представитель одевается в сатанинскую одежду. И затем третий человек, который говорит грубым голосом, одет как Дон Кихот. Еще один человек одевается как Папа Римский. Это было бы все смешным, если бы среди этих обществ не было три президента: Вильям Хауэрд, Джордж Буш и Джордж Буш-младший. Многие сенаторы и послы, руководители индустрии Вильям Витни, CIA-агенты, а также официальные лица Департамента США. Полная секретность является одним из самых важных требований. В 1999 году Джордж Буш посвящает только одно предложение своему членству в этом обществе. «В моем зрелом возрасте я присоединился к обществу черепа и костей. Это тайное общество настолько тайное, что я больше ничего об этом сказать не могу». Полная секретность, как некоторые утверждают, служит для того, чтобы скрыть тот факт, что это общество продвигает своих членов на очень высокие посты в стране. Самый известный член общества костей является бывший президент США Джордж Буш. Мистер президент, являетесь ли вы членом общества? Американский журнал получил примерно такой же ответ, когда спросил недавно младшего Буша, губернатора штата Техас, о его членстве. Они что, разве существуют еще? Это такая тайная вещь, я не уверен, что они еще существуют. Итак, вы видели, что Джордж Буш является членом, он ложится на гроб, он склоняется перед тем, кто символизирует Папу Римского, клянется в верности, делает очень разные сексуальные вещи, которые я не собираюсь здесь объяснять, что они делают. Это очень странные вещи. Это президенты самых сильных стран в мире, и они принадлежат тайным обществам, таким как это. Очень скоро приближается время выборов, и здесь у меня есть немецкая газета Financial Times, Германия, февраль 2004 года, которая подтверждает тот факт, что Керри, лидер оппозиции, который является кандидатом наряду с Джорджем Бушем, также является членом общества черепа и костей. Какой смысл голосовать, если оба кандидата принадлежат к одному и тому же обществу? Во что верят члены общества, мы будем говорить в следующей нашей лекции. Орден черепа и костей. Это орден, который существует уже более 150 лет. Это глава 322-го тайного общества Германии. Это было обнаружено, когда были украдены некоторые документы из их общества. Официально было оно названо как Russell Trust или Братство Смерти, потому что они служат Богу Смерти, который является Анубис, Сириус или Юпитер. Американский подраздел германского ордена был организован в 1833 году в университете Йейл. Его основатели Вильям Рассель и Альфонзо Тафт, который был одновременно президентом и председателем органа юстиции США. Немецкий орден Иллюминаты берет свое начало в университете Ингольштадта. Членами этого общества становились студенты, которые имели высокие связи. Это были дети людей, которые находились на высоких постах. Череп и кости — это часть или подразделение германского общества. Активные члены общества имеют влияние и возможность продвигать в это общество своих родственников. Очень часто эти люди смешаны благодаря бракам. Две самых важных категории — это американские семьи, и вторая — это семьи, которые являются самыми богатыми в мире.
Когда вас посвящают в этот орден, вы говорите: «Сегодня я умираю для мира и рождаюсь для ордена. Орден — это мой новый мир, в котором у меня будет новое имя и 14 новых кровных братьев с новыми именами». Было также и британское подразделение, которое было учреждено в Оксфордском университете, и их общество имело название «Группа». Также был европейский орден, также группа, она связана была с еврейским эквивалентом через Rothschilds, это внутренний круг посвященных. Таким образом, это было всемирное тайное общество, в которое входят люди, занимающие самые высокие ранги в промышленности, в политике и во всех других сферах жизни. И на самом деле самые важные политические лидеры современности — они являются членами общества. Джордж Буш сказал, что есть тысячи и тысячи светил, освещающих мир, ссылаясь таким образом на Орден Иллюминатов. Ордены составляют многие конституции, их члены пишут конституции, например, Ачибалд Маклиш, который является членом общества Черепа и Костей, он написал конституцию ЮНЕСКО. Мы будем говорить о ЮНЕСКО, церкви. Объединенная богословская семинария находится полностью под руководством Черепа и Костей. Очень интересная семинария, мы будем о них говорить более детально в следующих лекциях. Юридические фирмы в Нью-Йорке, коммуникации, индустрия, Федеральный резерв — все эти управляются орденом. Вот как работает подразделение 322. Есть внутренний круг самых посвященных. Это также всевидящий глаз, символ всевидящего глаза. Есть самые посвященные, внутренний круг, атлантический круг, клуб богемистов, часть черепа и костей, общество пилигримов и другие общества. Можно эти общества расположить и таким порядком. Объединенные нации, клуб Рима, Совет международных отношений и иллюминаты, они руководят все изнутри, формируя таким образом круглый стол. Богемский клуб также является частью этого дела. Что же собой представляет Богемский клуб? В 1982 году мы приводим цитату из журнала Newsweek, это еще одна цитата. «Самый престижный лагерь — Богемский клуб. Теперь проводит свою сессию 75 миль на север от Сан-Франциско. Это крепость. Но очень интересно, что даже в крепости можно проникать. И один журналист попал на это собрание. Он пишет: на этой территории 2700 акров крепости находились только мужчины. Это богемский клуб, на котором каждый республиканский президент со времен Херберта Хувера принадлежал к этому клубу. Это богемский клуб. Особая церемония была заснята во время богемского клуба. Очень тайно, ночью, журналистом, который вызвал очень большой ажиотаж. Здесь очень мало света, но я вам объясню, что происходит. В этом лесу мужчины являются полностью нагими. Они должны ходить нагими. Некоторые члены общества оставили это общество, потому что они устали ходить нагими. Представьте себе, что каждый президент был членом богемского клуба. Священники одеваются в папскую одежду, и они осуществляют служение сове, потому что сова видит в темноте. Она имеет иллюминацию, то есть освещение. Они поклоняются природе. Они говорят: «Теперь нас окружила красота природы». Мы поклоняемся природе, и они поклоняются перед совой. Это язычество чистой воды. Есть и другие ритуалы, которые я не хочу сегодня озвучивать, которые происходят между всеми этими оголенными мужчинами. Если вы читаете свою Библию, вы увидите, что те, которые поклоняются в рощах, их называли извращенцами. Были люди, которые занимали высокие посты
среди высоких положений в обществе, и время от времени появлялся хороший царь и очищал страну от этого, но время от времени они снова появлялись. Это поклонение природе. Это поклонение Люциферу. И президенты мира являются членами этого общества богемского. Давайте посмотрим на видео. Вот сова. Они поклоняются только одной великой природе. Все другое может нас подвести, но только природа остается вечной. Только красота и верность красоте. О, сова, мы просим тебя, дай нам твой совет. Это только часть ритуала, который показывает, что это поклонение природе. Это осуждено в Библии. Но тем не менее, кто же члены этого общества? Давайте мы продолжим. Этот источник говорит о тех людях, которые являются членами общества. Джордж Шульц, Стивен Бэтчелл, Геральд Форд, Хенри Киссинджер, Уильям Бакли. Можете представить себе этих людей, которые голыми ходят и поклоняются 15-метровой сове? Хейвуд, Кур, Стеллар, Рональд Рейган, Клаузен, Джордж Буш, Вильям Френч, Смит и так дальше. Это просто отвратительно. Этот орден действует следующим образом. Они намерены изменить общество, изменить мир, привести в действие новый мировой порядок. Это будет запланированный порядок. Это будет порядок, который предоставляет каждому человеку ограниченную частную свободу. Я покажу вам письма Папы Римского, от которых вас поднимутся на голове волосы. Письма, говорящие о том, какие у них планы и что они хотят сделать в этом мире. Поверьте мне, я живу в той стране, где это уже берет свое начало. Это происходит каждый день. Это страшно. Но мы не должны бояться, потому что мы знаем, почему это происходит. Если вы не знаете, почему это происходит, вы впадете в отчаяние, и есть тысячи людей, которые покончили жизнь самоубийством, потому что они не могут этого терпеть. 4000 в моей стране только были изгнаны из их ферм и истреблены. Они потеряли все, и они покончили с собой. Потому что им легче умереть, чем жить вместе с этим. Если я провожу такую лекцию и показываю вам, что происходит за кулисами, и угадайте, люди обретают надежду, потому что люди понимают, это не просто только с ними происходит, они начинают понимать, что происходит в этом мире, и они обретают надежду. Они говорят, да, это не конец, потому что это признаки того, что Иисус Христос придет скоро. Будет лучшее царство. Давайте мы отдадим свою жизнь в руки Иисусу Христу, потому что этот мир ничего нам не может предложить. Они обретают надежду. И поэтому в лекции, подобной этой, они видят не негатив, они видят надежду, особенно людям тех стран, где это уже применяется. Если вы пойдете против этой системы, вам не гарантирована никакая конституционная защита, потому что они руководят политикой, конституцией, деньги, политика,
история, философия, филантропия, медицина — все находится в руках этих обществ. Нет ничего, чем не управляют эти общества. И помните, они ни правые, ни левые. И поэтому, если есть правосторонняя партия и левосторонняя партия, тайные общества руководят и теми, и другими. Это принцип Гегеля. Логика Гегеля. Помните, что Маркс и Гитлер — крайние точки правой и левой стороны. Они представили учебники, которые руководствовались одним и тем же учебником — логикой Гегеля. И марксисты, и нацисты были представителями одной и той же политической системы. Помните, что иезуиты говорили, что мы будем служить и на этой стороне, и на этой стороне. Будем создавать конфликты, напряжение, вызывать войны. Этот конфликт противоположностей очень необходим для того, чтобы вызвать перемены в мире. Сегодня этот процесс вы можете отследить в литературе, когда предлагалась перемена, они употребляют термин «управление конфликтом». Конфликт очень необходим для того, чтобы возникли перемены. Люди должны отдать свои права государству. Вы видите, как это происходит сегодня в США? Несомненно. Государство требует полного повиновения, и человек не может существовать для себя в таких системах, но только для того, чтобы выполнять роль и функции государства. Именно так происходило во время нацизма. Хегель и Кант — это два философа, которые стояли за этой системой. Я был 4 недели назад в Европе, в Германии. Я был потрясен. Президенты Германии, они положили венцы могилам этих людей и сказали, их философия способствовала возникновению новой Европы, и они отдали им честь. Это ужасное, которое можно назвать и сатанинская философия. Главный принцип иллюминатов — цель оправдывает средства. Это принцип и групп, и ордена, черепа и костей. Это значит, что вы можете сделать все, что необходимо для того, чтобы достичь свою цель. Внешний круг, внутренний круг и самые посвященные. Внешний круг — это Совет международных отношений, Трилатеранская комиссия была основана Рокфеллером в 1973 году. Операция Банди — это операция, которая направлена на создание нового мирового порядка. Джордж Буш, который был членом «Черепа и костей», говорит, что главная цель — это новый мировой порядок, в котором все нации смогут слиться в одном деле, и только Соединенные Штаты должны отвечать за мораль и состояние общества. Не кажется ли вам, что они хотят подчинить все страны мира и ввести их в эту систему? Как вы думаете, возможно ли это, что эти страны отдадут свою честь женщине, которая правит ими? Как вы думаете, кто правит ими? Иезуиты. И согласно учению иезуитов, в чьих руках должна быть вся власть? В руках папы. Правда или нет? Поэтому, как вы думаете, кто будет больше всех продвигать новый мировой порядок? Возможно, папа. Было бы это интересно, не так ли? Вот он. Новый интернациональный порядок ради мира. 3 января 2004 года. Его вся новогодняя речь была посвящена призвать всех к новому мировому порядку. Город Ватикан, 1 января 2004 года. Иоанн Павел II начал Новый год, настаивая на том, что мир возможен, и это наша обязанность привлечь всех к новому мировому порядку. CNN. Что говорит CNN? Папа призывает к новому мировому порядку. Четверг, 1 января 2004 года. Папа Иоанн Павел II в новогоднем празднике призвал всех к миру на Ближнем Востоке и созданию нового мирового порядка, который был бы основан на уважении к каждому человеку и равенству между всеми народами. Папа Иоанн Павел II
упомянул о продолжающихся конфликтах на планете Земля, но он подчеркнул, что для создания мира должен быть новый уровень уважения для всемирных законов и для создания нового всемирного порядка, который бы достиг целей Объединенных Наций. Он призвал к организации порядка, который сможет дать решение всем сегодняшним проблемам, в вопросах достоинства и прав человека, в вопросах интеграции, развития общества, солидарности между нациями, богатыми и бедными, и использования международных ресурсов. Вы уже слышали об этом? Есть еще один термин, который звучит так — перераспределение богатства. Вы слышали об этом раньше? Давайте я вам дам определение. Для того, чтобы перераспределить богатство, означает забрать богатство от тех, которые имеют, и отдать тем, у кого еще нету. Правда или нет? Если вы это сделаете, какие народы мира будут истреблены? Как вы думаете, католики или протестанты? Протестанты, потому что они самые богатые. Каждая страна, которая является протестантской, это самая богатая страна в мире. Я покажу вам, что есть письма папства, которые определяют, как перераспределить нужно богатство этого мира, и как это происходит, и как эти письма предусматривают перераспределение богатства. Я расскажу, как это происходит в нашей стране незаметным образом. Есть еще одно слово для описания того, что мы забираем богатство того, кто имеет, и отдаем тому, кто не имеет. Это воровство. Это воровать. «Не кради», — говорит Господь. Так говорит Библия. Папа в Риме говорит, «Ты будешь воровать». Буквально, я покажу вам его письма, где об этом говорится прямо. Вы будете потрясены. Новый мировой порядок будет очень интересным временем. Я не хочу в этом порядке жить. К счастью, мой Бог говорит, «Мое царство не от мира сего». Если бы оно было от мира сего, они бы воевали со мной. Но это не царство от мира сего. Мое царство, оно там. И где богатство ваше, там и сердце ваше будет. Благодаря тому, что я живу там, где я живу, я решил освободить себя от того, что я имею, потому что я знаю, что оно не значит ничего. Знаете ли вы, что в моей стране, если вы идете на праздник, и вы вернетесь, и в вашем доме живут другие люди, вы не можете, вы не имеете права выселить людей, если даже дом ваш, потому что у них есть нужда, поэтому у них есть право взять то, что им нужно. Это не шутки, это факт. Это страшно. Но я служу Богу, который пообещал самые прекрасные обители, даже временные вещи для тех, кто служит Ему. Это чудесное обетование. Я иду приготовить вам место. И когда пойду и приготовлю вам место, я приду и возьму вас к себе. В доме Отца моего много обителей. Я иду приготовить место. Господь не говорит о комнатах, Он говорит о больших обителях, вещи, которые несравнимы с богатствами этого мира. Пусть они берут свои царства и свои вещи, потому что мой Бог говорит, этот мир, он придет к своему концу, и Царство Божие воцарится навсегда и навсегда и навсегда. Не пропустите следующую лекцию, потому что следующий материал будет еще более интересным. Спасибо за внимание.